Открыли группу нового формата. В Кирово-Чепецком садике номер один малышам и их родителям показали помещение после ремонта. В нем не только освежили цвет стен, но и приобрели научно-техническое оборудование. На специальных модулях малыши от 3 до 6 лет будут экспериментировать и изучать робототехнику. Необычную группу оценила и наша съемочная группа. С песен и танцев так начался праздничный вечер в Кирово-Чепецком садике номер один. А поводом для радости стало открытие новой группы для ребят от 3 до 6 лет. Она уникальна в своем роде. Помещение оборудовано по последнему слову техники, чтобы малыши с детства мыслили технически. Познавать науку будет 21 ребенок. Это дети сотрудников завода минеральных удобрений. Компания «Уралхим» 9-й год реализует программу «Уралхим детям». В рамках трехстороннего соглашения между горадминистрацией Чепецка, департаментом образования и детскими садами они совместно делают капитальный ремонт в помещениях и создают новые группы. Вот теперь хотим, чтобы детишки в школе были готовы и немножечко технически, так скажем, мыслили. Мы всячески будем к этому стремиться, и эта группа – это новый формат, поэтому я думаю, что в следующем году мы также продолжим эту традицию, и у нас будут группы не только с 1,5 до 3 лет, но и новые группы с 3 до 6 лет. Наше сотрудничество выходит на новый уровень. Не просто пустующее помещение сделать очень удобным и комфортным для детей, но именно оборудование современным. И вот настал момент знакомства с новым помещением. Выпускники взяли за руки малышей и повели их в обновленную группу. Ребята постарше впечатлились. Девочки узнали свою группу? Нет. Вот видите, какая у нас большая группа. Здесь сделали ремонт, закупили новую мебель, а также установили научные модули. Ребята с опытными педагогами будут проводить эксперименты, изучать робототехнику, а также смотреть научные фильмы. Мы с вами будем наблюдать за насекомыми. Мы сюда будем их запускать. Очень светлая, очень яркая группа. Очень понравилась. Спасибо большое. Хорошая, светлая, чистая. Все новое, кровати новые. Кроме того, откроются группы в детских садах номер 19 и 22. Только для детей от 1,5 до 3 лет. Всего в этом году на ремонт и комплектацию дошкольных учреждений Кирово-Чепецка «Уралхим» направил порядка 6 миллионов рублей. Евгения Бакина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.